Nokia вернулась. Мало того, жжет так, что даже у Xiaomi припекает. Вот, например, Nokia G11 беззаговорочно захватил сегмент ультрабюджетников. Ведь он получил хороший процессор, качественный дисплей в 90 Гц и даже NFC. И вот все вот это вот отдают всего за $110. Да и, кстати, Nokia G60 тоже удивляет не меньше, а выглядит даже интереснее, чем Redmi Note 11 Pro. Ведь G60 он предлагает не только хороший процессор и дисплей 120 Гц, но и более качественную камеру. Ну а что самое главное? Так это то, что Nokia G60 стоит же куда дешевле. А вот Nokia X30 это вообще топ за свои деньги. Ведь здесь вам и 90-герцовый AMOLED, и камера с оптической стабилизацией, и даже быстрая зарядка есть. И все это еще и в стильном корпусе с металлической рамкой и защитой IP67. Да и, кстати, ценник тоже адекватный. Да ладно, не надо, не благодарить. Подписывайся.